Тр-тр-тр, погнали! Хэ, мои дорогие, ёж на связи! Это раз, детка, это хата 2017, ёпта, в зиме! Ну чё, продолжаем мы бесчинствовать? Присоединяйтесь, кому это по нраву! Ну, и мы, в принципе, начинаем наше соло... Выживание, правильно? Заколебало светить эта фигня? Дом зареженный? Никак не развалится. Там, кстати, тоже домик заряжен. Я уже бегал. Там пусто. Там дом рейдит. А там, короче, чувак с болтом стоит. И хочет слить. Погнали к нему потихоньку. Вот там он рейдит. А он здесь стоит. Вон он. А он с пушкой. Взрывают. Блин, жалко, он от кустов далеко отошел. Все, его убили. Его убили. Все, добили. Можно добежать, в принципе, и лут своровать. Пока не отвлекаются. Погнали, 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 погнали. Дай-ка пушку. Найс. Чувак, ну ты залутанный. Братан. Дай-ка сюда. Так. Погнали, антирейд. Мутить. Надо одеться. Так, на, не-не-не-не, вот эту. Так, прицел. Дай сюда. Скорострельно, чтоб было. Все. А, вон он наверху. Так, а прицел можно скрафтить? Можно. Так. Ага, бегает, бегает. Он голый. Сейчас тормознет, я в него шмальну. Ну что, голый рейдил? 67. Вниз упал. Он, кажется, зашел вовнутрь. Если я не ошибаюсь. На, минус! Готов. Как он туда проник? Дай-ка эмку. Эмочка, 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 эмочка. Девочка, 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 девочка. Так, 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 так. А! Хорош! Вон он. Блять, там двое! Ясно. Блять, вот он мне все. И пока ребята рейдят домик наверху, вон там справа, здесь вышка вот такая вот, не заряжена. Можно залезть. Ну, подстроиться, естественно. Вот, мать твою. Что-то упало.
Еще одна вышка, не заряжена на этот раз. А это кто? The Man Dan. Чувак. 2700 дерева, хилка, патроны. Замки не нужны. Так, бичара, ты чё тупой? Кстати, я стихи еще с тобой взял. Погнали. Будем залазить сейчас. Сначала на крышу залезем, потом на стычок дверь проверим. Ну, через дверь. Дверь такая вот, обычная. Чё, погнали? Залезем. Блин, народу, конечно, на серваке много. И меня уже часто начали убивать. Сливаюсь, ребята. Все что-то рейдят. Что-то делают. Тем более сейчас лето. Каникулы. И поэтому много школьничков дома сидят. Высокая вышка. Так, почти у цели. Угу. Еще одну лестницу. Гуд. Опа. Не заделано. Неужели ничего нету? Не верю. Ящики есть. Темно. А, ребят, я ничего не вижу. Давайте поголосуем за ночь. Вот и дэй. Ну или в шкафу активируемся, поставлю хотя бы. А где он? Где-то был. Костер хотя бы. Нифига не вижу. Вы видите еще, нет? Я, например, нет. Еще и стихи с собой взял. Ну вот эти есть, проверим. Пусто. Темно. Так, пусто. Здесь что у нас? Тоже пусто. Внизу вообще ничего не видно. Вот открыть, что такое? Тоже пусто. Вот ящики. Так, ресурсы есть. 6820 сульфы. Маска 20к. Угля. Юбка 13,5. 13700 железа. 536 топлива. 8000 МВК. Найс. Так, хилка. 24 микросхемы, это хорошо, 10. Ниток, 12 пружин. 48 металл. Лезвие есть. Также веревка. Так, а я не смогу себе шапочку скрафтить, чтобы видно было. Так, прицел крафтанем сразу. Шапочка. Ткань нужна. Опа, ткань-то нет. А, вот ткань. Сейчас шапку сделаем. Ла-л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 а. О-ха-ха-ха-ха-х. Так. Сейчас шапку оденем. Топливо сюда вкачаем. Включить. А вон тело, ребята, а вон тело. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребятушки, ой-ой-ой-ой-ой. 24. Ребята, одержите меня семеро. У него верх не застроен. Вот он, Крис Хансен. Бичок какой-то, даже без шмоток. Так, пушки. Так, погнали, вверх заделаю, чтобы никто не залез. И сейчас еще ящики проверим получше. Это жестко. Ну вот типичные, да, вот не застроился. А что? А, он здесь люк хотел сделать, ребят. Он здесь люк хотел сделать. И не сделал. Так, это долго будет. Вот так вот. Я сейчас вместо него застрою, конечно. Железом. Так, давайте железом. Вот так вот. Все. Так, осматриваем. Получше. Где мой прицел? Получилось. Так, ну здесь пусто. Я вроде все осмотрел. Пусто. Пусто. Здесь ничего нету, просто вышка. А, печки еще давайте чекнем. Печки. 7580 сульфы. Да, чувак. 3 косаря дерева. Дай сюда уголь. Ящик.
Оружие, так базука заряжена, нет? Нет, ноль. Вот, 9 ракет есть. Отлично, жир выкину. Лезвие выкинем. Так, оружие, патроны разрывные есть. Скоростные. Обычные, да, эти обычные возьмем. Пушек дофигища. Так, давайте, знаете как, я сюда спальник сделаю, потом просто килл напишу, сюда резнусь. Вот, а мы его сейчас с вами завалим. Копьем. Давай. До свидания. Ну, кажется, все. Оу-воу-воу-воу-воу. Надо почистить. Вот так вот. А, вот там еще маленькие ящики, вот. Это что такое? Мякоть кактуса. Оставляем и дальний. 250 эксплозива на изи. Просто, мать вашу, на изи. Это что называется? Все, сейчас в дом отношу, килл прописываю. Рисую спальники. Ну, там откат немного. Надо бы подождать и до конца заберу. Дерево, дай сюда. До конца заберу. Все, вот еще есть маски. Воу. Спасибо тебе. Как тебя зовут? Крис Хансен. Вот и подошел к концу очередной выпуск. Опа, с вами прощаюсь. Как всегда, в следующий раз. И покедал.